Здравствуйте. Хочу показать вам купленный в Шиншилке лосьон гигиенический для глаз. Это лосьон харьковского производства. Он применяется для профилактики потеков под глазками. И он состоит только из экстрактов трав. Отличный состав, в который входит ромашка, зверобой, шалфей, подорожник и календула. Во флакончике 30 миллилитров. Вот такой флакончик. Харьковчане молодцы. Прямо гордость берет за отечественного производителя. Вот. И его использовать надо по инструкции с ватным спонжиком. Собственно, мы один глазик уже обработали, а второй еще нам предстоит. Но мы сейчас его будем обрабатывать. Вот. Собственно, от такой замечательный спрей для глазиков.